Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Сегодня приготовим вкуснейшее пирожное. Готовила я его впервые и, честно, не ожидала такого вкуса. Нам оно очень понравилось. Но обо всем по порядку. Давайте начнем. Низ пирожного – это тонкое тесто, которое похоже на песочное, но в итоге намного мягче. Желток немного солим, добавляем сахар и растопленное сливочное масло. Тщательно смешиваем, можно венчиком или обычной вилкой. Просеиваем муку с разрыхлителем и с помощью лопатки собираем тесто. Долго месить его не нужно. Дно формы закрываем пергаментом и тонким слоем разравниваем тесто. На мою форму 18 см, толщина получилась 2 мм. Если хотите, можете сделать тесто в 2 раза больше. Таким образом его можно будет сделать толще. Отправляем основу в заранее разогретую духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Тем временем в миску высыпаем кокосовую стружку. Добавляем по желанию ванильный сахар. Затем добавляем обычный белый сахар. Сразу добавляем оставшийся белок и целое яйцо. Хорошо смешаем. Это будет верх нашего пирожного. Прослойку сделаем из спелых бананов. Их необходимо нарезать кружками около 7 мм. При выпечке они превратятся в крем. По истечению 10 минут достаем корж основы из духовки. Раскладываем сверху бананы. Также заполняю промежутки между кружками. Сверху распределяем ровным слоем кокосовую массу. И снова отправляем в духовку. Выпекаем еще 20-25 минут при той же температуре. Выпечке даем остыть и затем нарезаем на кусочки. Советую попробовать. Здесь все самое вкусное. Бананы, кокосы и минимум теста. Да и готовить это очень легко. Ставьте нравится, если видео было интересно. Делитесь рецептом с друзьями. Оставляйте комментарии и не забудьте подписаться на канал. На этом сегодня все. Пока!